У музей гісторыі Магілёва вяртаецца страчаная спадчына. З пачатку лютага ў Беларусі дзейнічае новы кодэкс аб культуры. Ён рэгулюе і пытанне вяртання нацыянальных каштоўнасцяў краіны. Музей гісторыі Магілёва, які актыўна займаецца пошукам артэфактаў, разлічвае на дапамогу новага кодэксу. Бо ў стадыі вяртання ў Магілёва адразу некалькі рарытэтаў. Асушванне на аукцыёнах по всему свету, перамовы с приватными коллекционерами, затем знайсти гроши и организовать трансфер праз мяжу. Кожный вернутый артефакт – это месяцы и нават гады працы. У музея истории Могилева работа по вертанию материальной спадчины идет постоянно. У нас есть махчимость набыть коллекцию фотоздымков с видами Могилева 1918 года. Зробленные эти фотоздымки были немецкими солдатами кайзеровской Германии у часы Першай сусветнай войны, калі яны на некалькі там тыдняў, пару месяцев заступили у Магілёў. Неверагодна прыгожыя фотоздымки, рарытэтныя, уникальные. Особная линия пошуков связана с могилевским друкаром Спиридоном Соболем. Пакуль Магілёў не мае книг, надрукованных непосредно майстром. Гэтая книга уже находится в музее истории Могилева, але набыть ее еще только належать. Она максимально наближая нас до постади могилевского друкара Спиридона Соболя. Датуется 1652 годом друку и надрукована менавіта его вучнями монахами, яких Спиридон Соболь у свой час научил друкарской справе. Супрацоўніцтва со специальной комиссией по вертанию национальной спадчины повинно спростить процедуру вертания, у приватности облегчить трансфер уже набытых историчных каштовностей про змяжу. Каждый год мы принимаем у фонда около 700 предметов, из яких некоторые это великие гучные вертанні, великие цікавыя предметы, уникальные экспонаты. Некоторые это предметы, которые просто исторические артефакты, але это не снижает их якости, не снижает их вартости. Есть каштоўныя для магілёўскай гісторыі речи, набыццё яких еще у стадии распрацовки. Информация про их пакуль трымается у сакрэте, каб не узнять интерес и, отповедно, кошт на гэтыя артефакты. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, новины региона.